Здравствуйте, я Елена Смирнова. Сегодня хочу поделиться с вами новой криптовалютой Redcoin. Это кран Redcoin. Так вот он выглядит. И что он нам предлагает? Значит, раз в 3 минуты мы собираем криптовалюту и дает нам 12-11 миллионов вот этих монет Redcoin'ов. Минимальный вывод 0.25 редкоинов. Значит, и вывод вот Виндрав на редкоин валет. Ну и партнерочка 20%. Значит, регистрация здесь очень простая. Просто вбиваете вот в эту строку адрес вот этой монеты редкоина. Нажимаете на стрелочку. Я уже зарегистрирована, я не могу вбить сюда адрес. Значит, вы же вбиваете сюда адрес, нажимаете на стрелочку и попадаете к себе в кабинет. Так вот будет выглядеть ваш кабинет. Так, сейчас я перезагружу страничку. Адрес мы будем брать на вот эту монету RDD, Redcoin, Falcat, на кошельке Virex. Вот смотрите, вот ищем вот эту монетку, вот наша. Вот, Redcoin. И как брать адрес? Вот здесь, смотрите, пополнить. Синяя вкладочка. Нажимаете пополнить. И у вас здесь вот ваш адрес. Так? Вот сюда нажимаете скопировать. Копируете этот адрес и вставляете, куда я вам показывала. Так? Я недавно зарегистрировалась в этом кошельке. И как видите, истории транзакций у меня еще нету. Вот. Значит, переходим на кран. После того, как вы введете адрес, нажмете на стрелочку, вот попадете в кабинет. И вот здесь вот такая простая капча. Смотрите, все одинаковые. Нажимаем на другую, ну вот на эту кружочек как бы разгадываем. Нас перебрасывает на страничку. И нажимаем на красную вкладочку Claim Your Reward. Нас перебрасывает на страничку. Так. Нажимаю на стрелочку. И смотрим. Мне дали 0.12 миллионов вот этих монет редкоинов. Жду отсчет цифр. Нажимаю опять Claim. И я жду 3 минуты. Далее. И вот здесь будет отображаться наш баланс. Наш вот кошелек ваш прописанный. Я уже набрала, смотрите, у меня уже одна монета. Это редкоина. А минимальный вывод 0.25. Я минималочку набрала за 3 клика. Ну, 3 раза ждала по 3 минуты. Это сколько? 9-10 минут. Да? И вот у меня уже минимальная сумма была набрана. Далее, что я хочу вывести свою валюту. Я специально не выводила, а ждала. Ну, я очень поздно зарегистрировалась. Ну, и чтобы видео записать и проверить кран на вывод, как он платит. Значит, нажимаю Виндрав баланс. Все, мои монетки улетели на кошелек Virex. Так, сейчас нажмем еще на... Первый раз вывожу. Нажимаем Claim. Так, все. Так, монетки мои отправились на кошелек. Далее, что здесь у нас еще? Здесь наша партнерская ссылочка будет. Вот она. Можно свою ссылочку я оставлю под видео. Значит, ну и здесь вот наш
Баланс. Вот здесь баланс. И наша статистика, как я уже сказала, так. Вот мой баланс обнулился. И смотрите. Так. Вот здесь. Комиссии 0. И вот Виндрав History. Вот здесь все уже отсчитано. Так, давайте перейдем теперь на кошелек. Так. Наш кошелек. Перезагружаю. Сейчас страничку перезагружу. Посмотрим. Как долго она пойдет, наша монета, на кошелек. Нет ничего пока. Наверное, чтобы прошло некоторое время. Ну ничего, если что, я поставлю на паузу. Ну так, ладно, вот взяли мы, вот смотрите, здесь адрес кошелька. Мы будем переводить на кошелек Virex. Дальше что мы будем делать? Накапливать вот эту монетку. И у нас что здесь? Вот наши кошельки, проекты есть. Нажимаем проекты. И ищем нашу монетку. Вот здесь сколько у нас. О, а вот и наша монетка. Red Coin. Значит, минимальная сумма инвестиций 2500 вот этой монетки. Нажимаем инвестировать, чтобы она просто не лежала правильно. И можно будет потом вот инвестировать, секундочку, на 90 дней под 0.16% в день. Итоговый процент будет 14.4%. Вот нажмем инвестировать, и можно будет, как бы, чтобы капала нам денежка. Так, возвращаюсь на кошелек. Опускаюсь ниже. Посмотрите, пока я вам показывала, да, вот как ее инвестировать, вот эту монетку. И буквально вот минута какая-то, да, времени прошла. И моя монетка прибыла на кошелек. Смотрите, пополнение кошелька. И вот моя монетка вот здесь. И вот здесь. Замечательно. Как мы видим, кран платит. Кошелек тоже хороший. Я оставлю ссылочку на кран под видео и на кошелек тоже под видео. Кому интересно, пожалуйста, ребят, пользуйтесь. Я минимальную сумму я набрала, как я уже сказала, за 3 клика. Это 9-10 минут. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. Пока-пока.